Всем привет, с вами Алексей, и вы на канале КТ. Седьмой игровой день в сандбоксе, сегодня проходим девятую по счету комнату. Попадаем в Гонконг, идем получать первое задание. Старик застрял посреди гавани, нужно помочь и спасти его от медуз. Прыгаем по медузам. Теперь идем к спасенному старику. Он нас благодарит. Получаем задание познакомиться с капитаном. Нужно найти его на пароме и поговорить. Двигаемся к парому. Нашли капитана. Задание от капитана – найти ему веревку. Ее нужно достать из прошлого через портал. Идем к порталу. Перемещаемся во времени в Гонконг 1984 года. Идем за заданием к рикше. Нужно помочь припарковать повозку, не задев людей. Подходим доложить о выполнении задания. Получаем благодарность. Отправляемся к следующему. Нужно раздать людям и раскидать по почтовым ящикам 10 листовок. Бежим раздавать. Все точки на виду, так что трудностей тут не возникает. Раздали, возвращаемся к говорящему плакату. И докладываем о выполнении. Идем к следующему. Нужно кнопками остановить такси, чтобы проехала машина. Сделали. Докладываем о выполнении. Репортер просит накормить его. Бежим за едой. Доставляем ее журналисту. Направляемся за веревкой для капитана. Пока прыгаем по лодкам, хотел бы вас попросить подписаться на наш канал, поставить лайк и написать комментарий по теме видео. А также заходите к нам в телеграм-канал. Ссылка есть под каждым видео.
Чтобы обратно не скакать, прыгаем в воду. Докладываем о выполнении и перемещаемся обратно во времени. Разговариваем с капитаном. Теперь нужно отнести веревку его матросу. Только теперь нужно подняться на вторую палубу. Выполняем задание. И нас перебрасывает в комнату, где нужно поговорить с постером. Ну вот и все. Победа. Тут даже есть какая-то статистика. 10 из 10 квестов, 0 убийств, 10 раз умер. Время прохождения 6 минут 21 секунды. На этом сегодня все. Всем удачи, всем пока.